Ну ты подметаешь, что ты ее тащишь-то. Ой, грязь какая, батюшки. У тебя своя методика подмета? Безобразие, скажи. А баба лев какая-то. Эй, мусорить. Аккуратнее упади. Дима, Дима, труба там. Безобразие, дай. Виноградники какие здесь огромные. А, вот тут что? Тут вон что, тут с лопаты тебе еще надо. И ты не проедешь, да. Ты прёшься, ну, ящерка. Ну, что ты не перешагнул? А вот она, мусор этот, закопать можно. А? Там... Вот она, эта кучка-то ее закопать там можно. Яма, вот там мусор. О, а тут кто? Цикорий, что ли? Что это у нас? Цикорий вроде растет. Ромашечки. Да, чистотел тут тоже такой. Все, тут. С семенами тоже чистотел. Нет. Они два вида, что ли, бывают? Ромашечка. Ромашки, да. Ты нюхаешь, что ли? Ба. Пахнут? Пахнут? Ромашки. Ой, ромашечки. Пахнут. Пахнут. Баба прошла, все помяла тут. Аккуратно, иди, все руками не трогай, Дима, а то крапиву. А это же девисил. Девисил. Большой, у него нет цветка еще. Спасибо. Девисил. Вот это он вымахал. Смотри, проезд. Опа. Хороший девисил. Тут есть проезд, он колючий же. Кто? Нет. Я думала, у него цветок уже есть, а у него еще нет его. Ну тут вообще мощный девисил, листы огромные. Зачем отсюда? Не знаю. Я всегда рву. Вот сюда надо засыпать. Засушу, чай сделаю, попробую, вдруг вкусно. Ты что там? А тут смотри, чистотел. Много его. Тут кто-то, я не помню. Деревья как шатаются. Иди вперед. А, батюшки. А тут лопух какой огромный. Дима, не уходи далеко. Батюшки. А это что такое? Нафоткаем. Мама, что это такое? А, мам? Нет. Нет, это другое что-то. Это ж красивые такие. Нет, ты видишь, они другие совсем. Тут можно гулять. Там можно гулять. Не ходи далеко, Дима. А там смотри, какие леса непроходимые. Каждый год падает туда что-то. Конечно, а откуда еще? А может и нет. А там, смотри, он постройка какая-то. Такие есть там в посадках. Еще где-то я видела. А тут пили с парень мужики.
пилят. Посмотреть надо, что там. Может, у них отрезки какие интересные есть. На дрова. Дима, не убегай. Песочек тут. Мусор, конечно. Ба, земля какая-то спрятана. Это целлофан, Дим. Целлофан. 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 Правильно. Да? На безобразничает тут. Подожди, бабу. Безобразие. Безобразие какое? Какое? Умазишка какая, а то лав. А бабали это не. У них, смотри, как классно. Рядом с забором нет проезда, представляешь? Лес у них рядом с забором. Ага, смотри, как классно в лесу там. Прям можно ходить грибы искать. А там что? А, там, да, машину ставят. Ага, слушай, их так и не заметишь. Хватит кашлять. Прям классно у них, смотри. Что это такое опять? Грибы можно собирать. Я, по-моему, грибы в детстве ходили, собирали тут. Все. Давай ручку. Мне. Все. Все, 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 все. Через нос дышим. Что ты рассказываешь? Я сказала. Что-то в горлице просто попало. О, попало. Ага, ой, тачка. Там что-то возят, может быть. Проверить нам, что возят. Не пилят там, наверное, что-то вывозят туда землю. А, пилят. Вон, видишь, идет? Ну, дрова, да. Вот что это такое вот это вот? За бугорок. Ну, просто тут земля, а тут что-то, видимо, парковка. Не, она всегда была, мам. Когда еще детьми мы были, дачи получали, ну, ходили. Где-то выше, где-то ниже. Ну, как-то странно, как будто захоронения какие-то. Как в эти долмены. Долмены, ты помнишь, в Геленджике? Ходили мы, помнишь? Да. Там в лесу были бугорки. А вот еще, смотри, такое растение, мам. Что же это такое? Ну, тип какой-нибудь пальма. Надо было телефон взять. Пойдем. Пойдем здесь.